Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две красивых комбинационных идеи. Первая принадлежит мастеру Борису Миротину, а вторая мастеру Теодору Шмульяну. Затем мы с вами рассмотрим несколько похожих комбинаций, в том числе от чемпионов СССР Василия Сокова и Зиновия Цирика, а затем сплав этих идей вместе и появление новой комбинационной идеи. Автор первой позиции – известный советский шашист, чемпион СССР Василий Соков. Данная позиция создана Василием в 1936 году. Белые начинают и выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Вначале белые жертвуют шашку ходом cb6. Затем играют cd4. Ну и у черных единственный ответ cb6. Тогда мы проводим неожиданную и красивую комбинацию. Отдаем одну шашку fe5. Затем отдаем еще две шашки. И добираемся до поля f6. Отдаем еще одну шашку и, видите, совершаем вот такой красивый удар с выигрышем. Автор второй позиции шашист Павлов. Данная позиция создана в 1965 году. Белые также начинают и выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Будьте внимательны, здесь есть два ложных следа. Ну, во-первых, не выигрывает ход fe5. После него черные проводят контрудар. То есть играем gf4. Но обратите внимание, что надо бить назад, другого нет. И затем черные отдают еще две шашки. И партия заканчивается ничьей, например, d5. Если бить на поле g7, после контрудара gf4, здесь белые даже проигрывают. То есть тогда уже черные проводят сами комбинацию и празднуют победу. Так что надо быть всегда внимательным. Ход fe5 все-таки не ведет к выигрышу. Также ничего не дает ход cb6. После него черные также могут достичь ничьей. Они играют ed6, затем d5 и сами проводят комбинацию. Ловят дамку белых, и партия заканчивается ничьей. Но самое вкусное было заготовлено после хода fg3. То есть, видите, ход gh4 невозможен из-за простого cb6. ed6 меняться также бесполезно из-за gh4. Черным остается только нападать cd6. Тогда мы жертвуем шашку ходом cb6 и играем gh4. Ну, эту позицию вы уже видели. То есть на ход cb6 проводится комбинация, как и в первой партии. Отдаем 3 шашки. Затем играем d5. Собираем хороший урожай. Третья позиция часто встречается в практической игре. У черных есть два хода. d5 и dc5. Один ход уже ведет проигрышу. Правильно играть d5, после этого все-таки будет ничья. То есть после d3 надо меняться. Белые выигрывают шашку, но выигрыша здесь нет. Например, cb2. Ну, на ход gf8 играем ef6. Потом поставим дамку по большой дороге и разменяем шашку h4 с ничьей. Здесь выигрыша у белых нет. А если черные в этой позиции сыграют неправильно dc5, тогда уже белые могут красиво выиграть. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти несложный выигрыш за белых. Играем d3, грозим сыграть cd4, поэтому нападение cb4 вынуждено. Ну, тут просто отдаем одну шашку, затем вторую, и снимаем 5 шашек соперника с выигрышем. Следующая комбинация создана четырехкратным чемпионом СССР по русским шашкам, гроссмейстером Зиновием Цириком. Белые начинают и выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых.
Ну, ничего не дает ход dc3, там выигрыша нет. А вот ход cb6 выигрывает. Нападаем, надо отходить. И вот здесь надо найти присоску. Или так называемый контрудар. Играем fe5, труднонаходимый ход. И белые побеждают во всех трех вариантах. Основной вариант, если черные побьют на поле f4. Тогда играем ed4. Затем играем DE3 и выбиваем важную шашку F6. И снимаем 5 шашек соперника с выигрышем. Это основной вариант. Второй вариант. Если черные бьют на поле F2, тогда бьем в дамки. Черные бьют на поле C7. И затем снимаем 2 шашки с выигрышем. Ну и третий вариант, если черные бьют на поле c7. Тогда выбиваем шашку f6 и выигрываем. Вот такая комбинация от 4-кратного чемпиона СССР. Автор следующей комбинации – московский шашист Николай Кукуев. Это анализ 1925 года. Ну, конечно, в этой позиции есть два выигрыша. Первый выигрыш довольно-таки очевидный. Сыграть АБ6. Ну и здесь довольно-таки простой выигрыш. То есть надо нападать. Тогда мы отдаем одну шашку. Затем еще две. И снимаем 3 шашки соперника с выигрышем. А вот второй выигрыш довольно-таки красивый. Можно выиграть и таким образом. Сыграть dc5. И здесь белые могут провести красивую комбинацию. После хода bc7 можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Вначале красиво жертвуем шашку ходом ab6 и играем dc3, не давая нападения ab4. И у черных остается единственный ход dc7. Тогда белые здесь проводят разгромную комбинацию. И играем cb6, а затем fe5. То есть видите, получается, у черных шашки выстроились в цепь, и белые завершают комбинацию вот таким красивым ударом. Автор следующей комбинации шашист Борис Миротин. Он нашел вот эту идею в 1927 году. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Здесь есть ложный след, так что будьте внимательны. Ну, во-первых, не выигрывает ход cd2. Давайте рассмотрим вариант. Потому что черные сыграют de7, и после хода bc5 черные нападают cd6. Белые жертвуют шашку, и здесь черным надо быть внимательными. Проигрывает бой вперед. То есть эту позицию мы с вами видели в начале. Играем cd4, и получилась позиция Василия Сокова. То есть на ход cb6 проводим комбинацию fe5, dc3 и de5 с выигрышем. Но суть дела в чем? Черные ведь могут побить назад, а здесь уже выигрыша не оказывается. То есть если сыграть de5, тогда просто бьем на поле b2. То есть на f2 нельзя. Белые побьют 3 шашки. А здесь получается ничья. Ну и соответственно cb4 также ничего не дает. Точно играем cb6. ab6 проигрывает. Ну и здесь удар также ничего не дает. То есть после хода d5. Ставим дамку на поле e1. Видите, цукцванг, если бы ход черных был, они бы тут проигрывали. Но ход белых, в этом вся проблема. Ну и на вынужденный ход, DE3, играем AB6. И партия заканчивается ничьей. Ну а самое интересное было заготовлено в варианте DC5. Кто нашел этот вариант, тот молодец. После DC5 приходится закрываться DE7. И белые проводят красивую комбинацию. Играем CB6. И видите, у черных образовалось две связки. Несмотря на лишнюю шашку, черные здесь проигрывают. Отдаем шашку, две шашки ходом fe5,
Ну и в какую бы сторону черные не побили, они проигрывают. Если они бьют на b2, тогда бьем 5 шашек. И затем еще 2. Симпатичным выигрышем. А если черные бьют, допустим, на поле d2, тогда бьем на поле b8. Ну, затем после размена также шашки черных, видите, обрезаны. Вот такой красивый выигрыш. Следующая позиция возникла в партии международного гроссмейстера Евгения Кондраченко и мастера Сергея Садовского. Данная партия сыграна в 2020 году. АБ4, БА5. Возник дебют игра Бадянского. БА3, СБ6, АБ2. Черные играют на связку левого фланга белых, а белые пытаются избавиться от этой связки. БЦ5, ЕД4. И здесь лучше всего черным разменяться ходом ДЦ5. Белые бьют вперед, и черные размениваются назад. У черных здесь позиция лучше. Ну, Евгений здесь находит четкий план уравнения. Играем CD4, ну и после размена FE5 играем DE3, не давая хода HG5. Черные играют HG7, BC3, ED6. Белые нападают. Ну и здесь можно было в принципе EF4 разменяться, но черные сыграли GF6, еще пытаются выиграть белых. Позиция у черных до сих пор чуть приятнее. Евгений играет ED2. Ну и черные пытаются активизировать бортовую шашку. HG5. GH4. В этой позиции хорошо было сыграть GF4. В принципе, даже у черных здесь позиция была поприятнее. Ну, Сергей Садовский не заметил этого хода и сыграл CB6. Обратите внимание, что на ход FG7 белые заготовили комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют BC5 и загоняют черных в дамки. Затем эту дамку тут же ловят и сами прорываются в дамки с выигрышем. Сергей Садовский не попался на эту комбинацию, но получил плохую позицию. CB6. Евгений играет GF2. Хороший ход. То есть видите, на ход FG7 снова будет вот эта вот комбинация BC5. Поэтому после GF2 Сергей Садовский сыграл BA5. Евгений играет DE3 и грозит сыграть FG3 и GF4. Здесь черные ошиблись и сыграли FG7. Этот ход уже проигрывает. Все-таки ничья еще была после хода AB6. Ну и на ход FG3 можно было сыграть BA7. Черные бы пожертвовали шашку, но за счет связки левого фланга белых черные здесь добиваются ничьей во всех позициях. Ну, черные здесь окончательно ошиблись в этой позиции и сыграли FG7. И белые красиво выигрывают. Ну, первые ходы очевидны, FG3. Грозим сыграть GF4, поэтому приходится закрываться. А здесь белые делают очень красивый ход. DC5. Ну и у черных есть два хода. После хода DE7 белые провели красивую комбинацию. А если бы черные сыграли ED4, тогда бьем на поле G7. Ну и как бы черные здесь не били, они проигрывают. То есть если бьем на поле F8, белые бьют шашкой именно на F6. Побили. Ну вот кинем шашку ходом AB4 и пойдем в дамки. Легким выигрышем. Второй вариант возможен, если в этой позиции черные побьют на поле C3. Тогда снова бьем именно на поле F6. И снова белые побеждают. Побили. Ну, здесь как угодно. Можно сыграть EF4 или CD6. И белые постепенно выигрывают. Здесь проблем нет. Поэтому черные партии закрылись. DE7. Здесь можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш для белых. Похожая партия. Как раз вот похожая идея Бориса Миротина. Вы уже видели подобную идею. То есть играем GF4, бьем вперед. Ну и на единственный ход BC7 проводим уже знакомый вам удар. CB6 и FE5. Ну и куда бы черные не побили, не проигрывают. Ну давайте в этот раз побьем на поле F2.
И белые побеждают. Если сюда, добьем сюда. И выигрыш. Следующая идея принадлежит мастеру Теодору Шмульяну. Данная идея открыта в 1947 году. Можете поставить видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые начинают и выигрывают с помощью комбинации. Отдаем шашку АВ4 и делаем тихий ход ДЦ3. Видите, у черных единственный ход ДЦ5. Ну тогда белые играют ФЕ5, и в какую бы сторону черные не побили, они проигрывают. Вот такая идея. А сейчас мы рассмотрим сплав вот этих двух идей. Идеи Бориса Миротина и идеи Теодора Шмульяна. Данная позиция создана в 1999 году литовским шашистом по фамилии Балодис. Очень красивая комбинация здесь будет. Ставьте видео на паузу и пытайтесь найти выигрыш за белых. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Комбинация действительно сложная. Белые начинают. ДЦ5. Надо закрываться, другого нет. Теперь белые жертвуют шашку и играют Б5. У черных есть два хода, b7 и dc5, но оба проигрывают. Если черный играет dc5, тогда здесь проводим вот такой удар, fe5. Ну и в какую бы сторону черные не побили, они проигрывают. Соответственно, в этой позиции приходится играть b7. Тогда белые выигрывают с помощью хода cb4. Ну и на ход ab6 играем dc3. И теперь на нападение bc5 проводим вот такую присосочку или удар на весу fe5. И в какую сторону бы черные не побили, они проигрывают. Есть три боя. Если черные бьют на d2, тогда бьем на b8. Ну и обрезаем шашки черных от походов дамки по двойнику. Если черные бьют, допустим, на поле b2, тогда здесь самый красивый удар. Снимаем 5 шашек соперника с выигрышем. Если черные бьют, допустим, на поле a3, тогда бьем на g7. Ну и здесь легкий выигрыш. И последний вариант. Если черные бьют, допустим, на поле f2, тогда также красиво снимаем 5 шашек и празднуем победу. Вот такие красивые комбинации. Друзья, если вам понравилось данное видео, то поддержите мое творчество, а также творчество международного гроссмейстера Евгения Кондаченко, потому что без него я бы не смог записать данное видео. Если вам понравилось видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.